Хэйога, и с вами Шинки. Мы продолжаем бродить игру под названием Аладдин. И у нас уровень темницы. Я вообще не... Если темница там, где скелеты... Я просто помню... Да, это та локация. Я просто помню локацию, где были скелеты. Где были скелеты, что еще было? Паркур. И то тогда выглядело все иначе. Там вообще были другие уровни. В английской версии. Ну, частично другие, ладно. Ну, вы видите результат уже. Паркура моего. А можно было сразу сказать, что туда нельзя? А! Да ладно вам. Да ну вас. Что за бред? А куда мне? Да уж. Классно, то есть теперь ты запрыгиваешь сюда. А, вон что происходит. О, это ж краб Себастьян. Из этого. О, не Аладдина, как она. Русалочки. Может, в русскую версию добавили много всего нового? А я просто об этом не знал. Вот скелет с ушками этого. Микки Мауса. Скользит все-таки парень. Да, отлетел Аладдин. А, то есть, когда у меня... Яблоки. Где мои яблоки? Единственное, что могу, это халявно тратить контишки. И потом, когда у нас будет бонусный уровень, ну, то есть не бонусный уровень, а уровень просто выбивать. Ох, чел, ты меня выручаешь. А хотя, а смысл? Я не знаю, что Виш делает. Я бы там понял, если бы... Мне там хпшку, не знаю. Ну да, здесь отсылок как-то очень много стало. Хотя в английской версии я просто это место пробегал, там ничего такого не было. Thank you.
Надо понимать, куда бежать. И? Но везде одна и та же тема играет. Про арабскую ночь. Я вас понял. Я вас понял. Конечно, он именно это сделал, когда я прыгнул. Ну, игру я имею в виду. Странно. Почему? Какого? А я думаю, какого черта? Сраные кости. Нифига себе. Никто не думал, что так легко будет, можно будет выбраться отсюда. Ну хотя бы не пособирать. Какого? Я успел прыгнуть. На всякий случай. Бац. Хорошо, что я сохранился. Ну давай, шип. Хорош. Наивный. Level complete. Босс. Сразу. Ну, вообще все равно. Дай мне скоробея. Голова дранит. И я покажу тебе путь к пещере Чек. Вот мы и пришли. Принеси мне из пещеры старую лампу и сможешь вернуться за драгоценность. Джараб, ты можешь быстрее? Я больше так не могу. Тупица. Намного проще отобрать лампу у воришки, чем искать ее в пещерах самим. И как вы поняли, ребят, следующая серия у нас пещера. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.